Ку всем, с вами Бамбоб, киньте шинда лайкосик и гоу смотреть видосик. Всем привет, ребята, вы на канале Боб GTX, и я сегодня вам покажу очень крутой режим шинда, где мы сможем сражаться со всеми хвостатыми, и вы можете попробовать свои силы, как же можно убить хвостатого. Но перед этим проверьте, подписан ли ты на канал. Если нет, то обязательно нажми на колокольчик, нажми на кнопочку подписаться, чтобы не пропустить следующие видосы и стримчики. И погнали! Итак, кто не знает, у нас есть в этой игре квесты. Нажимаем на L-очку или на квесты, смотря кто с чего играет. И выбираем, ребята, Main Mission, главные миссии. Вот оно. И здесь у нас первая вот эта вкладочка, это Great Shinda War. Мы заходим на эту войну, и там мы встретимся с хвостатыми. Go. За нее дают всего лишь 8 спинов и 200к, но проходить ее надо очень-очень долго. Это не самый такой лучший, конечно, квест. Но самый прикол в том, что мы сможем там сразиться с хвостатыми, не искать их, и просто попробовать, сможем мы ли его убить или не сможем. Старенькие игроки, я думаю, знают об этом режиме, но новенькие точно не знали, и с вас точно лайкосик. Так, захожу, сейчас порасскажу, как я тут быстренько ее прошел, эту войну. Ну как быстренько, несколько часов, пару часов точно я играл. Быстро не получается, ну самые главные приколы в этом режиме я вам расскажу. Мы появляемся на такой большой карте, где куча миньонов, эти боты, которые на нас нападают, разработчики их называют миньонами. Ну, мы сразу их убиваем, и мы встречаем два хвостатых. Первый хвостатый и второй хвостатый. То есть мы будем драться с обоими. Можете, конечно, их разозлить, и они нападут на вас обои, но лучше разделить их и сражаться по одному. Итак, ребят, сначала мы делаем что? Убиваем вот этих миньонов. Миньончиков, которые нам просто мешают, мы потихонечку их убиваем, чтобы МДХ не закончилась. Мы используем или пугало, или рипера, если у вас они есть. Итак, потихонечку мы всех потихонечку убиваем. Это все не очень просто сначала покажется, но вообще вот миньона убивать очень просто. Главное, не цепляйте хвостатых, потому что они начнут им помогать, и может быть вас не хватит силы, чтобы убить всех. Я использую 10-го хвоста, вы можете использовать любого хвостатого. Итак, ребят, мы вот уже всех почти убили, осталось только 2 хвостатых, 3. Сейчас останется, вверху написано 2, это один хвост и второй хвост. И начинаем потихонечку его убивать. Если у вас скилл позволяет, то вы, конечно же, убиваете его просто вот так, бегаете по кругу, можете ему наносить урончик. А если не позволяет, то есть способ, которым вы 100% сможете его убить, но вам надо перед этим подготовиться. Вам надо поставить блудлайны и элементы такие, чтобы вы смогли стрелять издалека. Вот, например, я уже МДХу свою всю использовал и могу сейчас просто со скалы атаковать вот этого хвостатого, а он мне ничего не делает. Но это, в принципе, главный и лучший способ убийства этих хвостатых, если вы просто хотите пройти войну. Если вы хотите просто проверить, можете ли вы это сделать, убить хвостатого, то можете к нему спускаться, драться с ним и все такое. Я вот со скалы мог спокойно его убить. Это не очень быстро, потому что МДХ заканчивается и хвостатый вырубается. А в основном это бомбы хвостатого. Это Тенгоку мой. Bloodline, он очень помогает в этой битве. И потихонечку мы их валим. Это первый раунд. В этой игре получается 5 раундов. В каждом раунде по 2 хвостатых. В первом раунде первый, второй. В втором раунде третий, четвертый. Ну, короче, так по порядку. Еще, если у вас орел есть, тоже поставьте его обязательно. Потому что иногда вас где-то зажмут, у вас МДХ закончилась. Вы запускаете орла и опять возвращаетесь на скалу. На скале вас уже никто не сможет убить. Убили одного, переходите потом к другому. Потихонечку подходите и выбиваете из него все, что надо, все 4 миллиона хпшки. Ну а если у вас хоть что-нибудь не получилось, вы сразу же просто возвращаетесь на скалу, ребят, и тоже опять издалека добиваете этого хвостатого. Проходить эту войну, честно говоря, очень-очень долго, и я вам особо не советую этот режим полностью проходить.
Он полезен в том, что мы просто можем сразиться с хвостатым в любое время и просто посмотреть, сможем мы ли в одиночку его убить и за сколько времени. Если вам такое интересно, обязательно попробуйте, зайдите в этот режим. Он, получается, я одну войну прошел полностью, и на второй день опять у меня есть этот квест, то есть он обновляется каждый день. Если ты до сих пор не знал об этом режиме и не сражался с хвостатыми каждый день, то с тебя лайкосик и с тебя подписочка. А на сегодня все, всем удачи, всем пока.